Зам ваш подписал тогда какой-то согласие. Ну, зам, помните, я со сцены нашего великого зала сказала, что у нас наш край берет ответственность за архитектуру в лице Андреенко Юрия Георгиевича. Кому вопросы? Юрий Исаевич Данакур. Хорошо, сейчас это ваш участок избирательный. Что вы намерены делать, когда вот... Я уже буду разговаривать на это. Отменить я это не могу. То есть я буду решать уже с Александром Федоровичем и смотреть, как это можно. Знаете, я вчера посмотрела, такая новость была, но она все равно связана там была, как с рынками, с самоорганизацией. Так вот, этот рынок для нас, если мы так уже его хотим оставить, и вообще нам надо показать, ну, наверное, другой рынок, другое развитие рынка. Нам надо делать коммунальный рынок, где минимум там 7 или 8 там, мест будет отведено всей социальной группе. То есть мы договариваемся с производителями, производители по себестоимости, которые они отпускают, там все эти другие магазины отпускают, это на каждом рынке, что хлеб, молоко, там колбаса, оно должно быть на этот. Остальное мы подтягиваем там других предпринимателей. Ну, никого не хватает, потому что, ну, это ж не доходное дело, никто не хочет заниматься такими коммунальными рынками. Ну, мы тогда с вами могли бы корректировать цену, чтобы знать, что такая цена, например, там сахар бы привозился четко по цене какого-то сахарного завода, да, и он всегда был бы по закупочной цене и продавался на этот. Мы должны людям сделать это. То, что мы делаем сейчас там на наших рынках, то это, ну, просто киоски все сдаются в аренду, каждый копошится возле своего киоска, и все равно это все загрязняется. То есть у нас нету общего какого-то видения, развития. Но об этом говорилось много очень.